Кровавое ДТП под Одессой. Смертельной аварией закончилась неудачная попытка обгона на Одесской объездной дороге в районе Сухого лимана. Водитель японской иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Опелем». В результате Nissan перевернула и унесло в кювет. Его водитель практически не пострадал, зато пассажира увезли в больницу. Еще хуже пришлось «Опелю». Его владельца увезли в реанимацию, а пассажир, пожилая женщина, скончалась на месте. Убедился в том, что эта полоса свободная, безопасна для данного маневра. И в результате чего произвел столкновение с автомобилем Opel Kadett, который двигался в встречном направлении. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Nissan Almera, гражданин 1984 года рождения, получил телесное повреждение. Также получил телесные повреждения водитель автомобиля Opel Kadett, а пассажир, гражданка 1958 года рождения, к сожалению, погибла на месте дорожно-транспортного происшествия. Еще одно ДТП произошло на Таирово. Там перевернулся открытый джип. Водитель внедорожника резко затормозил, чтобы не сбить пешехода, из-за чего кроссовер закрутило, и он лег вверх колесами. Я ехал сзади. Впереди ехал вот этот белый джип в левом ряду. Как я увидел уже сзади, переходил пешеход, но не совсем по зебре, а ближе нее. Ребята начали тормозить, потому что из-за машины, идущей в среднем ряду, как я понял, водитель белого внедорожника не видел пешехода. Он начал тормозить, его кинуло на бордюр, они перевернулись, их немного придавило, и вот вам результат. Кроме того, в Одессе произошла еще череда опасных ДТП. Возможно, причина повышения аварийности – сильная жара, которая снова накрыла город. ГАИ предупреждает, людям со слабым здоровьем сейчас за руль лучше не садиться. Тем людям, кто имеет склонность к заболеваниям, скажем так, сердечно-сосудистого тракта, то есть садиться за управление автомобилем, я думаю, категорически запрещается. Потому что если еще и зной на улице жара, оно вызовет негативные моменты, которые повлияют на вождение данного транспортного средства.